добро пожаловать в церковь «Новое начало». Мы очень рады, что ты присоединился к нам, и мы будем очень рады служить тебе. Бог благословил нас, и мы хотим, чтобы это благословение, которое есть у нас, оно передавалось другим людям. Поэтому мы высылаем посылки для людей, которые живут в Украине и в России. Мы служим людям, мы молимся за них, и мы готовы будем служить тебе и молиться за тебя. Если у тебя есть какие-либо нужды, просто пиши нам в чате, пиши нам на e-mail, и мы будем рады просто разделить ту радость, которую Господь дал нам. Стоял ты пред всем творением, вечность держа в руках. Весь мир ты привел в движение, стою я склонясь. Стоял пред моим падень, крест мой пронес за меня, на плечи свои взял весь грех, стою я склоняясь. Что сделать мне? Я буду хранить спать.
сердце свое тебе. Могу я отдать, что сделать мне? Что мне сказать? Сердце свое. Мир тебе, дорогой друг, очень приятно, то, что мы вместе можем служить Господу и молиться. Я очень рад, что ты смотришь, то, что мы можем вот так, в простоте. Ты там, где ты находишься, в своем городе, мы здесь, но мы в Боге одно. Одна церковь, одно тело Иисуса Христа, которое находится по всей земле. Рожденные свыше люди, святые, избранные Богом для Божьих целей. Слава нашему Богу. Лето подходит к концу, у нас есть хорошие новости. Это то, что осенью у нас будет новая серия проповедь о семье, семейных взаимоотношениях, как построить сильную, мощную семью. У нас будет конференция с участием пастора Сергея Витюкова. Кроме того, наша церковь готовит сейчас гуманитарную помощь, посылки. Мы хотим выслать огромную партию посылок, помощь людям в Украине, России, бедным людям, в детские дома, в приюты. Есть огромная нужда. С Божьей помощью хотим помочь. Если ты хочешь быть частью этого проекта, пиши и связывайся с нами. Будем вместе помогать, насколько мы можем людям, которые находятся вокруг нас. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы ты открыл Слово Божье Иакова, как мы изучаем и будем говорить с тобой о том, что такое гордость и что такое смирение. Будем говорить, насколько гордость, она опасна, и насколько смирение, истинное смирение, и смирение ложное, оно необходимо, или в чем разница, и как важно смирение именно правильно и необходимо каждому из нас. Потому что таких людей Бог сам будет возвышать. И я верю в то, что ты сегодня тот человек, которого Бог желает возвысить через то, что происходит внутри тебя, вот это смирение перед Господом. Поэтому открой свое сердце для Господа, Библию, и давай вместе это изучать. Книга Иакова – это как барометр или checklist for the soul. New Testament Epistle of James was written for professed Christians to test their faith for its genuineness. Книга Иакова, она была написана для того, чтобы проверить, вот это написано было христианам, которые должны были читать ее постоянно смотреть, действительно ли я такой. Это был твой барометр, да, по-русски, который говорит, ты на правильном, ты правильный ли ты христианин или нет. Поняли? Так что эта книга, она больше равняется, как знаете, ученые ее сравнивают с книгой «Притч», книга Иакова и «Притч», они сравнивают ее. Почему? Потому что у него каждый второй-третий стих, у него уже, можно так посмотреть, он новую тему начинает. Но это очень хорошо для каждого из нас, что мы читали ее каждый день. И мы проверяли себя как христиан, правильно мы служим Богу, на правильном ли мы месте. И книга Иакова является кратким образцом, как вести себя, будучи христианином. Хотя некоторые христиане толкуют Иакова как доказательство, что добрые дела играют роль в нашем спасении. Это письмо на самом деле говорит, что добрые дела являются плодом нашего спасения и привлекают неверующих к вере в Иисуса Христа. Амин? Наши дела, они не являются то, что мы спасены, потому что мы делаем правильные дела. Мы спасены, потому и делаем правильные дела. Аминь? Это последствия, когда я спасенный, и у меня уже не тянет на
худые сообщества. И даже Мартин Лютер, вы знаете, что Мартин Лютер, он отверг эту книгу. Он сказал, это не Новый Завет, это оно не христианская книга, потому что мы спасены не по делам, но по вере. Он неправильно эту книгу прочитал, и он это уверял, что эта книга он к ней не обращался, то есть отвергнул ее. Давайте сейчас вместе, или я сейчас прочитаю эту книгу, эту главу с начала до конца, но я прочту так, как здесь она написана. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли вожделениях ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, что кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Но по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Вот он написал, да? Какая тут благодать! Он рубанул всех. Он писание не писал, это послание не писал неверующим. Он не писал, не встал там где-то в аудитории, где все неверующие, и говорит, вы прелюбодеи и прелюбодейцы. Но он пишет это нам. Он пишет это христианам. И он пишет и, знаете, так рубит конкретно. Думаешь, вау, неужели это он верующим? Он говорит, вы негодуете, вы враждуете, вы ссоритесь, и вы даже готовы убить. И он пишет это христианам. Первые два стиха он говорит о том, он говорит насчет ссор. И второй и третий стих он говорит тут, о молитве. Четвертый стих, он говорит о том, что не надо любить мир. Шестой по десятый стих он говорит о гордости и смирении. И одиннадцатый, двенадцатый стих он говорит о суде, что нельзя судить. И шесть он говорит, тринадцатый по семнадцатый стих, он тут говорит о планировании нашей жизни. Давайте немного пройдем по этим пунктам и порассуждаем немного о Слове Божьем. Он говорит, откуда у вас вражды и ссоры?
Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Он говорит, откуда ссоры, откуда проблемы все начинаются? Ссоры, распри, проблемы откуда? Он говорит, не от вожделений ли ваших? Он говорит, не от желаний ваших. Почему? Знаете, Писание говорит, в притче говорит, Соломон говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Знаете, когда желание уже стало в твоем сердце, это значит, что уже там, я как написал, желание – это уже зародыш, нужно заботиться, чтобы не было зачатия. Желания, они не просто так приходят в наше сердце. Во-первых, прежде чем желание, оно стало в нашем сердце, должно, во-первых, прийти мысль об этом желании. И тут вся война. Не война начинается, когда, пришло желание, хочу вот это вот, все, и добиваюсь всем сердцем вот это вот. А потом понял, что желание не то, и тут уже начинаешь бороться. Подожди, это неправильно желание. А тут уже поздно. Библия говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое. Наша задача как христиан – это не бороться уже с нашими делами, это не бороться с нашими грехами, это же не бороться уже с последствием того, что уже случилось. Наша задача, как христиан, это бороться с нашими мыслями, чтобы хранить наше сердце. Больше всего хранимого храни сердце твое. Храни туда. Вдруг пришла какая-то мысль, вдруг пришла какая-то негодная идея или что-нибудь. Храни себя. Храни свое сердце. Потом уже тебе не нужно будет плакать. Вау, что случилось? Что я натворил? Что получилось? Проиграл войну, когда ты не следил за разумом своим, когда не следил за мыслями своими. Тут пришло что-то. Ты царствуешь над своей... Ты должен царствовать над своими мыслями. Тут апостол Иаков говорит, он не был апостол, извините. Мы должны иметь контроль, что входит в наше сердце. И если оно уже зашло и стало уже этим, то уже ничто не поможет. Он говорит, и не имеете, потому что не просите. Да, может, у вас и даже хорошая идея. Но, говорит, она не получается. Почему? Потому что вы не молитесь. Он говорит это христианам. Даже если пришла хорошая идея, он говорит, у вас не получается. Почему? Потому что вы не молитесь. Кому он это говорит? Христианам, да? К нам. И говорит, вы не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Говорит, не молитесь, и вдруг, говорит, решили, надо ж помолиться. Писание говорит, все нужды приносите к Богу, да. И вот, надо помолиться, Господь благослови. И говорит, вы молитесь, а когда молитесь, вы молитесь, чтобы Он лишь бы ваши нужды решил, чтобы вам было классно. Да? Вот Яков, он, наверное, прожил в Америке, да, или он знал нашу жизнь. Вы молитесь, говорит, и молитесь, а в другом месте Писания написано, что вы молитесь, чтобы потратить это на себя.
Вы молитесь, может быть, о финансах, чтобы было побольше денег, чтобы побольше было на аккаунте, чтобы эти же деньги взять, говорит, потратить на свои вожделения. И я заметил, что когда мы молимся, если мы хотим молиться по воле Божьей, о том, что, чтобы было, чтобы действительно получить ответ, или когда мы молимся, я понял, молиться для, молитву для себя, это когда мы молимся с открытой Библией. Когда ты молишься, не просто излагаешь нужды, абы излагать, или молиться, абы молиться. Или когда прочитал псалм, прочитал местописание, и ты уже молишься, как тот псалмопевец. Ты уже, во-первых, славишь Бога, и, во-вторых, излагаешь те же самые нужды, которые написаны в Слове Божьем. Я советую это проверить или попробовать это в нашей жизни, в каждой из нас. Когда мы молимся, прежде чем мы молимся, не просто становитесь, о, начинайте тараторить, извините, молиться. Откройте место Писания. Почитайте Слово Божье, и вы поймете, как ваш мозг, он перепрограммируется, и вы, когда становитесь на колени или стоя, лежа, как вы там бы ни молились, то вы начинаете думать не просто о себе, вы начинаете думать о своей молитве через глаза Писания. И тогда наша молитва, она более ясней и правильнее в очах Господних. И тогда ты чувствуешь, о, вау, даже этой мысли не было. Ну, конечно, ты надо Библию читать. И когда Библию почитал, то все становится на свои места, и твоя молитва, она получается по воле Божьей. Аминь. Потому что Писание – это есть Слово Божье или письмо для нас от Бога. И дальше... Мы иногда пытаемся быть самостоятельны и делаем своими силами, но Отец наш, Он хочет нам помочь. Но почему Он не помогает? Потому что мы не просим. Дальше Он пишет в 4-5 стихе, Он говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Обращается к христианам, говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не понял. Я не прелюбодей, я не прелюбодеец. А почему он это пишет? Вы знаете, в 2 Коринфянам написано, 11 главе, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Апостол Павел говорит, что «We are engaged to Jesus». «You and I», «Я и вы», «Мы обручены Иисусу Христу, как невеста». Аминь. И когда мы возвращаемся, негодуем, враждуем, это значит, что мы живем, как этот мир. Это значит, мы не живем, как хочет Иисус Христос. Это не значит, что мы не делаем то, что нравится нашему жениху. Мы делаем, что нравится этому миру. И поэтому мы становимся прелюбодеями в духовном смысле. Мы заигрываем с грехом, мы заигрываем с миром. Он говорит, если вы любите мир, то вы становитесь врагом Богу. Мы обручены Ему, как невеста. И Писание говорит, Он ревнует о нас. Он ревнивый Бог, который Он смотрит, и тебе дела нету до Него, и ты начинаешь заигрывать с этим миром. Поступать по принципам этого мира. И Богу это становится неприятно. И поэтому тут Иаков называет прелюбодеи и прелюбодейцы. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы
помнили всегда, что мы обручены Иисусу Христу как невеста. Аминь. Но тем более, тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Тут пару слов я подчеркну. Он говорит, противостаньте дьяволу. Противостаньте дьяволу. Пришла какая-то мысль, пришло что-то. Скажи, нет, дьявол, во имя Иисуса Христа убирайся вон. И знаете, что Библия говорит? И убежит от вас, рогатый. И убежит эта мысль. И убежит дьявол. И не станет того искушения перед очами вашими. Вы, когда, что получается? Вы отогнали дьявола, вы противостали ему, и вы сразу так. И на место этого приходит что-то доброе. У вас сразу приходит откровение. Вау, я дьявола отогнал. Ну, конечно, Словом Божьим. И приходит мир, покой, и ваш разум, он обновляется. И это в наших руках. Это в наших силах. Это не надо, о, я раб, о, мен, что я сделаю? Я ж человек. У всех такая excuse, да? Что делаешь? Я ж человек. Натворил грехов. Ну, Бог понимает, у меня же плоть, я ж человек. Нет! Противостаньте дьяволу. Скажите, нет, дьявол, убирайся вон, не получится. Во имя Иисуса Христа. И приходит мир, покой и радость. И знаете, и другое, я подчеркнул, что исправьте сердца двоедушные. Это что значит? Сегодня я сижу на проповеди, на собрании, и у меня такие классные мысли. Вау, вот это проповедник сказал классное слово. Наверное, действительно Слово Божье так работает. О, приду домой, начну, открою Библию, начну читать его, начну молиться, буду вставать раньше, буду молиться, буду поститься, все-таки возьму за себя. Приходишь домой, сел на кауч, вытащил пультик, клик-клик-клик-клик, и забыл за свои обеты. Прошел понедельник, вторник, среда, четверг. И снова воскресенье. И то, что наобещал сам себе, пролетело мимо. Он говорит, исправьте сердца двоедушные. Если уже договорились с самим собой, если уже захотели что-то делать, он говорит, возьмите, да и сделайте. Станьте твердо на то, что вы пообещали. Ответьте за свой базар, да? Иди и сделай. Ни налево, ни направо. Иди и сделай. Иов как сказал. Помните, как Иов сказал? Завет положил я с глазами своими, чтобы не помышлять мне о девице. О девице. Что? Что такое? Я договорился сам с собой, говорит. Я договорился сам с собой, что не буду смотреть, не буду помышлять о девицах. Не буду смотреть туда, не буду заглядывать туда, не буду открывать эти страницы на интернете. Не буду, он говорит, договорился сам с собой. Он поставил завет с собой. Так же и мы, как христиане, мы не имеем права иметь сердца двоедушные. Это в наших силах перестать это делать. Это в наших силах исправить свою ситуацию. Это в наших силах исправить свой брак, свою семью. Он говорит, это в наших силах.
Он говорит дальше, говорит, приблизьтесь ко мне, и я приблизюсь к вам. Иисус обещает, Библия обещает, что когда мы приблизимся к Иисусу Христу, когда мы начнем искать Его, когда мы начнем читать Слово Божие, Он станет ближе. И Он подойдет к нам, и Он исправит нашу ситуацию. Он исправит, что бы ни творилось в нашей жизни. Он может это сделать, но мы должны сделать это первый шаг. Мы не должны колебаться, о, может сделаю, может не сделаю, может пойду, может почитаю, может нет. Это в наших силах, братья и сестры. И мы должны сделать этот первый шаг. Потому что Иисус, это не как дьявол, он не врывается. Его нужно пригласить, его нужно попросить. Мы должны сделать этот первый шаг к Иисусу Христу. И тогда Он исправит ситуацию в нашем бизнесе. Если, может, мы уже застой, давно денег не получаем, может, у нас одни провалы, может, у нас одни белые, может что-либо. Господь хочет помочь. Может, семья распадается. И думаешь, что делать? Что делать? Семья распадается. О, Боже! Говорит, приблизьтесь ко мне, и я приблизюсь к вам. В наших силах поменять или сделать то или другое в нашей жизни, но мы должны сделать этот первый шаг. Мы должны смириться. Мы должны прийти к Иисусу Христу. Мы должны отложить. Мы должны открыть дверь нашего, как говорят, closet, нашего шифонера, где мы закроем его и будем молиться и взыскать Бога. Мы должны это сделать, нас за уши Бог не потянет туда. Мы иногда просим, о Боже, дай мне желание искать Тебя. Ага, это Он тебе сказал это делать. О Боже, дай мне желание читать Слово Твое. Иди и читай! Иди и молись, иди и ищи Бога всем сердцем твоим, и Он потом явится тебе. Амин. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город. Он дальше говорит, даже бизнесменам, не мните о себе, не мните, смиритесь предо мной, потому что мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что случится в 2017, 2018. Он говорит, смиритесь предо мною, и Он тогда поведет нашими путями. Аллилуйя, Божье Слово верно. Оно имеет силу, оно имеет смысл, оно изменяет, возрождает и меняет судьбы людей. Когда Бог говорит, тогда мы меняемся. Я верю и знаю, что слово, которое звучало сейчас, оно вселялось в тебя и в меня обильно. Слава нашему Богу. В конце я хотел бы, чтобы мы вместе с тобой помолились. Все то, что Господь учил нас через Иакова, я верю в то, что это важные, важные мысли для нас. Хотел бы, чтобы в молитве Господь, Он укрепил, утвердил это слово и произвел в тебе и во мне все необходимое для жизни. Аминь. Также во время этой молитвы давай помолимся. Помолимся и о нуждах, какие бы у тебя ни были нужды. Просто в этой молитве, просто откройся для Господа, скажи, Господь, я знаю, что Ты всемогущий Бог. Хочу Тебе сказать, Бог слышит мои молитвы. Это радость. Бог слышит наши молитвы. Бог отвечает на наши молитвы. Бог реален. Он может услышать твою молитву прямо сейчас. И я готов с тобой молиться об этом. Писание говорит, где вас двое или трое помолятся. Будет им. Ты и я, нас уже двое. Я верю в то, что Господь услышит твою и мою молитву. Поэтому сейчас во время... там, где ты находишься. Просто закрой глаза. Или самое главное, открой свое сердце для Господа. Я верю в то, что Господь услышит крик твоей души. Аминь. Давай помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово,
которое Ты сел в мою душу, в каждого из нас, моего друга. Господи, я благодарю Тебя, то, что Ты в жизни моего друга производишь что-то особенное, сверхъестественное, мощное. Господи, то, что Ты его любишь, то, что Ты являешь ему Твое благоволение. И я верю и знаю, что у Тебя намного больше есть, что Ты бы хотел излить, дать, благословить его, его жизнь, его семью, всю его жизнь. Потому что Писание, Твое Слово, Ты сказал, что у Тебя есть несравненно больше, о чем мы помышляем. Господь, я благодарю Тебя за это. Господи, да будет Твоя особая милость в жизни и судьбе моего друга во имя Иисуса Христа. Господи Боже, Ты слышишь его молитву? О чем он молится? Господь, я прошу Тебя, да будет эта молитва услышана Тобой. Прикоснись к нему, там, где он находится. Если он молится о своей семье, Господь, яви ему милость Твою. Господи, если он молится об исцелении, прямо сейчас пусть Твоя пронзенная рука, в ранах которой есть исцеление, будет положено на него, на нее. И да будет исцелен его организм, его тело. Во имя Иисуса Христа. Дух немощи, дух болезни, уйди, оставь. Прямо сейчас повелеваю тебе во имя Иисуса Христа. Да придет полное восстановление, полное исцеление его организма, сердца, почек, разума, мозгов, головы, костей во имя Иисуса Христа. Да придет милость, исцеление, восстановление прямо сейчас. Господи, если он молится в финансах, Ты, открывающий небеса, открой небо. Пошли устройство, дай милость Твою. Пусть через это он увидит Твою любовь и заботу о нем. Во имя Иисуса Христа. Призываю особое Твое благословение на предстоящую неделю. Пусть он будет благословен Тобою в деле рук его. Пусть, Господи, будет успех от Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Слава Тебе. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Слава великому Богу. Хочу обратиться к некоторым, которые, может быть, отошли от Господа. Может быть, Ты никогда не приглашал Иисуса войти в твое сердце. Может быть, ты посмотрел часть передачи этой, часть служения. Или, может быть, все ты говоришь, что это такое? Я что-то чувствую, но не понимаю. Хочу тебе сказать, прими Иисуса Христа в свою жизнь. Жизнь твоя изменится. Он войдет в твою жизнь. Может, ты до конца не понимаешь, о чем я говорю сейчас. Но хочу тебе сказать, так изменились тысячи судеб и людей, когда они в простой молитве сказали: «Господь, прости меня, войди в мое сердце, я хочу жить для Тебя». Знаешь, что происходит в такие моменты? Сверхъестественные вещи. Тот Бог, реальный Бог, Иисус, Его милость приходит, происходит какое-то новое рождение в жизни человека. Это ты можешь пережить прямо сейчас. Если ты скажешь: «Господи, прости меня, войди в мою жизнь, я буду служить Тебе», и скажешь это от всего сердца, я верю в то, что произойдет сверхъестественное изменение в твоей судьбе. Веришь ли ты в это? Если веришь, давай помолимся об этом. Что тебе нужно сделать? Что тебе нужно сделать? Просто повтори эту молитву за мной. Но повтори ее, как будто это твоя молитва. Искренне, от всего сердца. Я верю в то, что Господь Бог, Он услышит и изменит тебя. Окей? Давай помолимся. Повтори эту молитву за мной. Отец Небесный, прихожу к Тебе такой, как есть. Ты знаешь всю мою жизнь. Я каюсь пред Тобой. Прости меня. Очисти меня. Войди в мое сердце.
Я хочу служить Тебе. С этого дня я буду служить Тебе. Войди в мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Аминь. Аллилуйя. Если ты молился этой молитвой, я верю, сейчас что-то произошло. Я помолюсь за тебя кратко, благословлю. Отец, Господи, ты видел этого человека, который молился сейчас этой молитвой, приглашая тебя в свою жизнь. Войди в него. Господи, да будет он особенно благословен тобой. Господи, утверди его в вере, в силе. Дай ему жить для тебя, ощущать тебя каждый день. Я призываю твое благословение на его жизнь. Слава тебе, Бог наш. Аминь. Аллилуйя. На этом наше служение, наша передача подошла к концу. Бог да благословит тебя. Присоединяйся к каждому нашему служению на следующих выходных, в субботу, в воскресенье. Я верю в то, что Господь будет говорить тебе. Изучай Слово Божие, открывай свою жизнь и живи для Бога. Я верю в то, что у Бога есть для тебя особенное что-то. Ты об этом даже не знаешь, не помышляешь. Но Господь будет высвобождать каждый день, каждую неделю. Пиши нам, мы на связи. Бог да благословит тебя, мы любим тебя, мы молимся тебе каждый день. Мы молимся всех наших зрителях и всех, кто посещает наше онлайн-служение. Бог да благословит тебя. Мы верим в то, что мы будем расти с Богом вместе.